Иванов. Я приехал в Крым, наверное, раз в 10-й, а может быть, в 12-й. Почему нужно приезжать в Крым? Потому что тут офигительно. Потому что тут 5-6 климатических зон, не знаю, сколько у вас. Когда ты едешь по Крыму, у тебя степь меняется, горами горы меняются, лесами все это обрамляет потрясающее Черное море, Диму Азовское, тебя кормят вкусной едой, тебя поют потрясающими винами, тебе играют замечательную качественную музыку. Это правда круто. Вам сказать. Приезжайте в Крым, друзья. Крым — это территория.